Привет, сейчас я буду делать пакет Racer 9.4.1.2. Здесь у нас огромное сложное задание с кучей настроек и всего прочего. Главное в нем не запутаться, делать все постепенно, по шагам, и тогда будет все отлично. А задание открыл я на английском, потому что на русском у нас здесь просто пустота и нет задания. А чтобы было удобнее, я открыл на английском. Вы можете открыть на русском и смотреть задание в PDF-инструкции. Но мне так удобнее. Что ж, начнем. Сразу буду настраивать все, здесь куча настроек, ну и буду более-менее комментировать то, что настраиваю. Первым делом настроим switch, коммутатор наш. Командная строка, enable, configure terminal, и сразу настрою интерфейсы. Интерфейс VLAN 60. Это у нас интерфейс. Вот этот, у которого нет маски подсети. Но маска подсети здесь такая же, как у Gigabit интернета 0.60 маршрутизатора этого. То есть маска подсети вот это, IP вот этот нам дан. Копируем IP адрес, вставляем, ой, точнее пишем IP адрес. И вставляем IP адрес и маску подсети. Вот она у нас. Копируем, вставляем. Все. Включаем интерфейс, notion down команда. Выходим. Теперь задавайте дефолт адрес. Вот это у нас будет дефолт готовый адрес. IP default gateway. Вставляем. Окей. Все. Настроили дефолт gateway. Дальше IP domain name. Давайте выйду, чтобы у нас там работал. Exit. Configure terminal. IP. Ладно. Domain name. Тире. Name. Вручную придется вводить. cisco.com. Enter. Вот нам просит настроить, где она. Вот, domain is cisco.com. Надеюсь, я правильно написал, да. Дальше. Создадим пользователя. Ну и можно CryptoKey Generation сразу сделать. Давайте crypto... Напишу. CryptoKey Generate RSA. И вводим здесь 1024. Все, создали CryptoKey. И давайте username. Здесь нас просят, где оно? Admin и letMain. Лучше скопирую на всякий случай. Копирую, вставляю. Pass letMain. Копирую, тоже вставляю. Все, user profile настроили. Давайте настроим SSH. Вводим IP SSH версия 2. IP SSH аутентификация. В общем, попытки идентификации 2. И IP SSH timeout 60. Теперь настроим линию VTI 0.15 линии VTI и зададим им доступ через SSH. Вот. Ну и доступ локально. Line VTI 0.15. Login local. И транспорт input SSH. Выходим. Ну и зашифруем пароли. Service password encryption. Все. Давайте теперь настроим интерфейсы. Вот, вот эти вот. VLAN 15, 30, 45, 60. И зададим им название. Пишем просто VLAN
15, VLAN 15, и здесь name, имена у нас вот тут вот, сервера. Так, сейчас все, name servers, VLAN 30, name pk. VLAN 45 native. Сейчас на немного. Все. Native. И последний 60-й VLAN. Name. Management. Копируем, вставляем. Все. Мы настроили название всех VLAN-ов. Теперь давайте настроим интерфейсы. Выходим. Интерфейс range f01-10. То есть от 0.01 до 0.10. Пишем. Switchport mod access. Switchport access VLAN 30. А теперь интерфейс range f0.11 до 0.20. VLAN 15. Это у нас все написано вот тут вот. То есть мы видим, что у нас от 1 до 10 30 VLAN, от 11 до 20 15. Вот так. VLAN 15. И интерфейс G01. Здесь у нас switchport mod trunk. И switchport trunk native VLAN. VLAN 45. Native VLAN 45. Дальше. Настроим интерфейсы. Интерфейс F01. Сделаем его защищенным. Вот нас просят Port Security. Интерфейс F01. Switch port. Port. Security, switchport, port security, максимум 2. 2. Switchport, port security, MAC, адрес sticky. Sticky. И последний switchport, switchport port security violation restrict. Все, мы полностью защитили наш интерфейс. И давайте отключим оставшиеся интерфейсы, те, которые не используются. Интерфейс range F0.21 до 24, и кроме этого G02. Shutdown. Выключаем эти интерфейсы. Давайте посмотрим, все ли мы правильно настроили. Check results. Assessment items. Смотрим. У нас на 11 VLAN не настроился Assess VLAN и Dynamic Mod. Сейчас посмотрим, почему. Закрою. Я настраивал вот тут вот от 11 до 20 VLAN 15 прописал. Я забыл тут прописать switchport mod access. Вот в чем дело. Интерфейс range
F0.11 до 20. Здесь у нас VLAN 15. Так, секунду. С switchport. Сейчас, мы куда-то не туда зашли. Интерфейс, range, F0.11 до 20. И здесь мы прописываем switchport mod access, switchport access, VLAN 15. Вот, вот это вот я тогда не прописал, и поэтому у нас не было этих баллов. Assistant items. Вот мы видим, что у нас полностью все галочки, полностью настроен switch. Нам осталось настроить став, но это в самом конце, потому что он будет получать через DHCP. Ну и нам осталось настроить роутер. Здесь тоже много всего. Открываем наш HQ роутер. Командная строка. Сейчас, чтобы было видно, сколько баллов. Enable. Configure Terminal. Также, чтобы увидеть интерфейсы, нужно нажать Options, Preferences. И здесь Always Show Port Label. То есть у нас над всеми портами теперь их название. Я уже записал себе все названия, поэтому я буду знать, что где. Но если вы делаете сами и не знаете, где какой порт, нажимаете эту галочку, смотрите порт название и выключаете, потому что оно мешает. Настройка. Настраиваю теперь роутер. Здесь у нас интерфейс. Сразу настраиваю интерфейсы. Здесь вот описание, что настраивать. HQ. Configure. VLAN Routing. Интерфейс G00.15. У нас здесь в таблице все адреса есть. G00.15. Здесь encapsulation.1q15, так как здесь 0.15.15 и IP-адрес. IP-ad и IP-адрес этого порта. Все есть в таблице. Так. Все. И таким образом мы настраиваем все до 60-го, но в 45-м там будет небольшое отличие, так как он у нас был нейтивом. Дальше. Интерфейс G00.30. Encapsulation.1q30. IP-адрес. Первый IP-адрес. Первый. И маска под сети. Все. Теперь следующий интерфейс. G00.45. Так. Так. 00. Вот тут лишний слэш. G00.45. Здесь у нас encapsulation. .1q45 native и IP-адрес. Копируем IP-адрес 45-го. Ну и таким же образом настроим 60-й. Все. IP-адрес настроили. Интерфейс G00.60. Encapsulation 1, dot 1q60. Здесь уже без native. IP адрес. И копируем IP адрес. Первый. И маска под сети. Все, мы настроили все интерфейсы. Это напомню. Вот этот первый пункт. Давайте теперь их включим. Зайдем сразу во все, интерфейс G00, все эти подинтерфейсы, и здесь Notion Down. Все, мы включили сразу все интерфейсы. Давайте настраивать дальше.
Дальше нам нужно создать DHCP pool с названием LAN. Создаем IP DHCP. Выйду, чтобы там работал. IP DHCP pool LAN. Большими правильно нужно написать, потому что оно важно. Вот написано, что важно точное название и размер букв. Поэтому пишем LAN. Заходим в настройку. Здесь Network. И сеть. Это у нас сеть VLAN 30. Вот она. Это у нас 10.10.10.192. И IP-адрес здесь у нас /26. 10.10.10.192. IP-адрес 255.255.255.192. Все, настроили сеть и дефолт роутер. Где дефолт роутер? Это у нас IP-адрес этого порта. Копируем, вставляем. Все, настроили DHCP pool. Теперь давайте настроим роутер RIP. Роутер RIP. Заходим в настройку. Версия 2. No auto summary. Это у нас стандартно. Network. Здесь у нас сказано, какая сеть. Вот configure network. Вот она. Paste. И количество свободных бит у нас противоположно MAC-адресу, то есть /24. А у нас будет 000.255. 000.255. Так, не нравится ему. Почему? Потому что... А, мы не поставили... Эй. Так, сейчас. Ошибка была в том, что здесь не нужно количество свободных бит без wildcard маски, поэтому просто network и этот IP-адрес. Не используется маска здесь. Так, дальше. Нам нужно пассивные интерфейсы задать. Passive interface S010. Так, 0. И пассивный passive interface G00. И default information originate. Default information originate. Все, мы настроили RIP на этом роутере. Давайте его проверим. Check results. Подождем. Assessment items. И мы видим, что у нас DHCP pool правильный, что у нас, давайте, это пока что и должно быть неправильно. Root, вот, RIP правильно настроен. Как раз сейчас давайте настроим root. Закрою. Открываю обратно маркетизатор. Выхожу. IP root 0000. 0000. Ну и шлюз это у нас S010. Все, настроили IP route. И теперь дальше нам нужно создать список контроля доступа под номером 1. И вот у нас его данные. Ну и NAT сразу настроим. И это будет конец. Ну, мы настроим NAT, и еще нужно будет каждому интерфейсу, который у нас тут были, назначить его NAT. Inside или Outside. Ну, в общем, надеюсь, это понятно. Настраиваю дальше. Список доступа. SSList. 1. Permit. И здесь нам сказан адрес, который нужно разрешить. Вот я его копирую. Ctrl-C. Я его скопировал с пробелом. Пробел. Все. Ну и слэш в конце убрать. Вот. И вот здесь вот нам уже нужно /24 расписать как 0, 0, 0, 255. Все. Задали
список контроля доступа. Теперь NAT настраиваем. IP NAT, inside static, нет, inside source, static. И теперь пишем IP нашего файлового сервера. Здесь у нас inside IP 10.10.10.162, а outside IP 198.133.219.130. Вот эти вот два IP-адреса через пробел. Подтверждаем. Настроили. Теперь нам нужно создать NAT pool. Это мы статический NAT задали. Теперь нам нужно динамический NAT. IP NAT pool. Называем его как угодно. Name, например, просто. Теперь нам заданы здесь IP. Вот их два. Первый. Копируем, вставляем. И второй. Стоп. Netmask забыл. Netmask. 255, 255, 255, 252. Правильно я все ввел? Да. Вот, слэш 30 mask. Все, настроили. И соединим наш NAT с списком контроля доступа. Для этого IP NAT inside source list 1 pool name. Название нашего NAT пула и overload. Все, подтверждаем, и мы их соединили. Нам осталось только каждому интерфейсу задать его NAT inside или outside. Давайте проверим, все ли я настроил правильно. Вот, нам нужно каждому интерфейсу назначить NAT mode. Да, кроме этого, все настроено правильно. Давайте это сейчас сделаем. Заходим опять в роутер. И просто проходим по каждому интерфейсу, настраиваем его интерфейс. Интерфейс G00.15. Здесь у нас IP NAT inside. Также и 30. Inside. Также и 60. 45, 60, и еще серийные порты. Интерфейс S000. Их всего три вроде. 000. Inside IP NAT inside. Интерфейс S001. Здесь у нас тоже inside. И третий порт S00010. Здесь у нас outside. Все, у нас 68 баллов из 70. Можно проверить. R1 у нас настроен, в общем, роутер у нас настроен полностью правильно. У нас называется HQ. Видим, что у нас везде галочки. Осталось только настроить компьютер став. Давайте это и сделаем. Это будет невероятно просто, так что можно считать, что мы задание уже выполнили. Поэтому открываем компьютер, десктоп, IP-конфигурация и нажимаем просто галочку DHCP. Оно само сейчас получит адреса. И у нас 70 баллов из 70. Это было сложным заданием. По сути, нужно было просто много делать по шагам и не запутаться. Но, надеюсь, у вас все получилось. 70 баллов из 70, все правильно. На этом все. Пока.